Подводя итог моих многочисленных распаковок, хочу сказать, что из редких мне попалось всего 5 вещей, две из которых у меня дублировались. Лапша рамен. Есть такая же обычная. Молочный чай. Мне их попалось целых 2 штуки. И кудрявая картошка фри. У меня ее тоже 2 штуки. Это тоже застывший момент, как и лапша рамен.